Ну что, ребята, всем привет, дорогие друзья, с вами Лид, и мы с вами продолжаем. Мы играть в Мадагаскар 2, побег в Африку. Мы уже, в принципе, почти завершаем, мы собрали необходимое количество обезьянок в предыдущей серии. И сегодня мы с вами будем уже идти использовать их. Отлично! Теперь у нас хватит макак. Отправляйся с ними к месту ремонта и следи за их работой. Сомневаюсь, что им можно доверять, слишком уж они хитрые. Я тебя понял, чувак. Ремонт самолета. Панорамочка такая. Итак, нам необходимо следовать за этими обезьянками и туда можно пойти. О, привет. Рад новой встрече, старина. Похоже, здешние обезьяны рабочие просто жить не могут без азартных игр. Заплати одну монетку и попробуй. Можешь выиграть джекпот. Удачи тебе. Играть. Погодите-ка, мы платим одну монетку. Сейчас проверим. Стоимость игры одна монетка. У нас сейчас 11. Это же бесплатно, нет? 11. Очень плохой. Он означает автоматический процент. Сейчас мы проверим, с вами бесплатно это играть или нет. То есть это такой бесплатный фарм вот этих монет. У тебя отлично получается, друг. Три одинаковых. Это... Да, все-таки они платно стоят, потому что, смотрите, он был 11, стало 8. Так что стоимость одной игры играть еще нет. Не будем азартными играми увлекаться. Как раз вовремя. Мне нужен пилот для нашей первой испытательной модели. Ну, пошли, если пилоту нужен. Эй, ты не участвуешь в операции. Что ты забыл в моем вертолете? Я был бы очень эгоистичным королем, если бы разрешил своим подданным рисковать жизнью на испытаниях. К тому же в это сиденье только я и влезаю. А в общем ты прав. Ну, запалим эту свечку. Рули этой пташкой с помощью обычных кнопок движения. Удерживай кнопку прыжка, чтобы использовать обезьяний подъем. Видишь цель, парень? Видишь? Отлично. А теперь соверши там посадку и, пожалуйста, мягкую! Эй, приветик! Готова мягкая посадочка. Ха-ха! Видели приземление? Идеальное! Я так считаю, а значит, так и есть. Ну что ж, неплохо справился. А теперь мы выберем цель подальше и посмотрим, на что ты действительно способен. Ну окей, давайте сделаем. О, мы сейчас разобьемся. Все прочь с дороги, это как мы с вами почти разбились, ребят. Прям в яблочко, ребят, мы попали. Хорошо сработали, нелепые обезьяны. Я непременно вернусь в это гостеприимное небо. Не пугайся, сейчас мы опробуем дозаправку в воздухе. Так не поглубже. Схвати бананы и затем приземлись на цель. Окей. Okay. 18 бананов. Оп. Ты знаешь, что бананы – залог успешных летных испытаний, честное слово. Опять мягкая посадочка. Ну, ничтяк. Это была гладкая посадка, очень гладкая или очень-очень гладкая? Очень-очень гладкая посадка. Гладкая. Отлично. Следующее испытание пройдет под грифом «Секретно». Могу лишь сказать, что для полета к этой цели тебе нужны обе связки бананов. Не, ну если нужно, то давай, сейчас без проблем возьмем. Только я хотел еще ту монетку взять. Я на который раз уже начинаем взлет, и я смотрю на ту монетку. Это все равно, что лететь на троне. Кушай, бананчики, кушай. В них много витаминов. Ну-ка, максимальная высота какая у нас, интересно знать. На, тут есть предел по высоте, ясно. Но если мы будем на предельной высоте лететь, то у нас бананы будут кончаться в два раза быстрее. Очень вкусно, да? Эти приземлись на цель. Тебе силу гориллы. Мы уже так близко, что я чую цель на вкус. Никто
не смог бы приземлиться лучше. Я просто создан для испытательных полетов. Именно, ты создан. Воу-воу-воу, полегче, ребят, это что такое? Так, а теперь главное испытание, парень. Великое, лучшее, невозможное. Это мы так. В общем, ты понял. Хватай столько бананов, сколько сможешь, и попробуй дотянуть вон до той цели. Да нет, никакой проблемы, сейчас затянем. Опасная музыка, нагнетающая страх. Драма, как и, хоть вы и воняете, просто жуть как, но никого другого я бы с собой в небо не взял. Обожаю спелые сладкие бананы, так бы и съел их все, но тогда мы упадем, я лучше буду их просто нюхать. Так не ускоряет лапы макаки, как вовремя съеденный банан. Мне интересно, нам бы хватило бананов, если бы мы... Тащите камеру, запечатлейте этот величайший момент в истории. Аккуратное приземление, очень аккуратно, очень аккуратно. Восхитительно! Я говорю не только о себе, но и о посадке. Первоклассный полет! Я горжусь тобой, сынок. Первую часть плана можно считать завершенной. Первая часть? А сколько их там всего? 2, 10, 2 миллиона? Замечательный вопрос. И ответ на него могут дать макаки, которых ты нам доставишь. Так что бери своих друзей хиппи и за работу. Почему мне хиппи? Но мы уже с вами позаботились немножко заранее, поэтому необходимое количество обезьян у нас с вами есть. Так что можем просто идти дальше. Видал я обезьян на земле. И на деревьях тоже видал. Но обезьяны на забастовке — это что-то новенькое. Никакого позитива я тут не вижу, бойцы. Макаки не хотят работать, а нам надо закончить то, что они делали. Другими словами, нам нужен ты. Я? Почему я? Последний раз я брал молоток, чтобы проверить реакцию. Ты у нас с белым билетом, да еще слегка того. Значит, ты охотно залезешь на вон тот валун и раздолбаешь весь мусор на мелкие, удобные кусочки. Начни с мусора на первом... Вы себе поднашел маленькую штукенцию, на которой можно покататься. Так, нам нужно 30, я думаю, мы сможем аккуратно все собрать. Да не, не переживай, не надо будет. Ха-ха, обезьянка убегает все-таки. Так, мы, по-моему, какую-то запчасть пропустили, одну. В самом начале, что ли, вот эту? Отлично. Мы даже перейдем больше собрали, 31, там еще маленькие запчасти успели взять. 2, 3, 4. Так, дави еще мусор. Ну, если это мусор, давайте будем давить. Фу, ржавчина! А если я порежусь? Неужели кроме меня это никого не заботит? Так, ну там, по-моему, носорог есть, и он не совсем дружелюбный. Так что давайте попробуем так, вот так, по круговой схеме пойти. Я думаю, что носороги очень нервно относятся к дроблению мусора. Мой совет. Их два? Встречи с рогоносцами любой ценой. Окей, чувак. Любой ценой? А не любой, можно? Да не, он просто нас подталкивает, так что ничего, в принципе, в этом страшного нету. Да они даже добежать до меня не могут, блин. Так, нам осталась всего одна запчасть, так что давайте мы прям их побьем. На принципе, без разницы, где взять его. Достаточно много тут мусора. Берегись носорогом! Фантастика!
Упс. А теперь прокатись на своем камне рядом с самолетом и делу конец. Рядом с самолетом? Каким самолетом? Я не вижу самолета. Гоу к финишу. Ой, сори. Сейчас все будет. Сейчас все будет, только разгонимся чутка. Чутка разгоняться надо. Ой, забастовщики. Идите-ка сюда, идите сюда. Ой. По-моему, это был наш самолет. Я не совсем точно понял, куда надо было ехать, но мы куда-то сейчас... Если я не сойду с ума, то, наверное, даже выживу. Нет, туда нельзя. Сюда нужно. К финишу. Хм, интересно, а где финиш? А-а-а, здесь он был. То есть я случайно уничтожил наш вертолет? Если мне когда-нибудь еще понадобится давить мусор верхом на валуне в окружении злобных носорогов... Я буду знать, кого позвать на помощь. Нет уж, меня звать не надо. Я и так потянул себе спину. Напомни потом, чтобы я занялся твоей закалкой. А пока мне надо заставить макак работать. Давай-ка, приведи еще обезьян. Тебе еще обезьяна? Тебе мало? Мы тебе уже всех привели, так что давай. Не расслабляйся, чувак. Так, у нас тут с вами можем проходить дальше. И что мы тут видим? Господа... приматы. Теперь наши разногласия улажены, вы получили новый трудовой договор и можете возвращаться к работе. Серьезно? Да, это отличная новость. Согласно новому контракту, теперь все тут, по сути, прорабы. Все, кроме, разумеется, Клема. Сынок, перебери все детали самолета и сопоставь пары. А мы пока посидим, попьем чайку и поначальствуем. Разминка. Ну что, давайте попробуем. Переверни все детали и найди пары. Оранжевая. О, вот эта личка тут есть. Слон вот тут он. Это тут он, и это тут он. Ребят, все выполнили. Раунд 2. Теперь у нас будет конкурент. Иди отсюда. Извини, Клем, но как один из 23 твоих прорабов, должен сказать, что ты слишком медлительный. Работай живее, если хочешь вкалывать за всех. Немного здоровой конкуренции тебе не повредит. Я пока его убью, я забываю, где у меня там есть они. Ай, он забрал мою, негодяй. Давай, иди. Не, вот это. 11-1. Мы его нокаутировали, парни. Иди туда. Пока мы быстренько посмотрим, что есть что. Так, обезьянка тут у нас была. Слоник. Все, иди там. Он мне вмазал. Не смей. Ах, читер. Ну ладно. Вау. Ребят, полегче. Тут-то вас... Эй, ты офигел? Ты еще драться будешь? Иди отсюда. Блин, я ему помог. Иди сюда. Блин, я опять помог. Так. По-моему, где-то вот здесь была вот эта голова. Нет, вот голова.
читераст. Так, это... А, нет, это разные две картинки. О-о-о. Иди отсюда. Ну, вот же она. Давай, быстрее. И... Оу, я. Мы затащили раунд. Отлично. Быстрее бота сработали. Обезьянка. Класс. Ты приведи мне еще таких же, как он, и мы наконец-то сможем починить самолет. Что по условиям нового договора с макаками мы должны расширить штат. Так что 98, 99, 100. Теперь мы починим эту пташку в момент. Внимание всем! Нечто неожиданное и совсем не смешное стряслось в моем новом королевстве. Марис, покажи им. На водопое пересохла вся вода. Вам нравится фотка? Я сам ее сделал. Я еще снимаю свадьбы и дни рождения. Наверное, во всем виновата плотина. Но кто мог ее построить? Может, надо туда сходить и посмотреть? У нас теперь есть самолет. Чего мы ждем? Полетели! Теперь, когда мы установили на озере плотину, эти гнусные дикие животные будут искать себе другой водопой и оставят это место нам. Надеюсь, они не смекнут, чьих рук это дело, и не нагрянут сюда. Что такое? Боишься увидеть львов, бегемотов и зебр? Ну, да. Вы оба замолкните. Это не имеет значения, потому что четвероногим все равно не найти наш лагерь. Умными себя возомнили, да? Ну так у меня есть план, как подпортить вам малину. А как же мы? Перво-наперво мы уничтожим их базу. Надо обрушить макак на эти хижины. Туристы хотят отстроить хижины. Останови их. Не дай им добраться до бревен. Раскатывай поленницы. Достаточно легкое задание. То есть необходимо просто уничтожать все эти построечки. Готово, готово и готово. Готово. Ковальский, доложить обстановку. Странные предметы взрываются вокруг самолета, сэр. Это я уже понял. Прапор, заходи на разворот и вытаскивай нас отсюда. Вот тебе, мерзкий мешок блок. О нет! Опять эта жуткая старушенца. Если ее не остановить, она закидает нас бомбами. Марти. Окей, окей. Удар призовой шар. Отлично, минус один. У нас еще много целей. О, мы призовой шар сбили, классно. Конечно. О, мы дуриан не туда отправили, это печалька. Да эту золотую надо сбить. Дуриан. Блин. Дуриан не туда попал. Дуриан, дайте мне дуриана. А, не-не-не, чувак, не подходи ко мне так близко. Подарочек. Оу, я. Призовой шар.
А, как это все сложно. Как вас много стало. Я остался последний. Да. Нет. Мы не туда попали. Я промазал. Щет. И... Есть. Ну вот, теперь, думаю, все. Интересно, как там дела у наших? Все, шкипер. Кажется, бомбы закончились. Это лучшая новость за весь день. Ковальский... Что там у нас внизу? Вижу воду, мост людей и... Хо! Там плотин, сэр. Это наша цель, парни. Первым делом надо провести разведку. Тут я могу вам помочь. Я люблю воду, а вода любит меня! Эта работа как раз для нас. Надо снести плотину, но треклятые туристы не хотят отойти и мешают заняться делом. Используй сокрушительную атаку, чтобы выследить плотину. Только когда она уязвима. Окей. Плотина ждет разгрома. Используй сокрушительную атаку. Готово. Ну что, давай, Глория, тащи. Даже так, да? То есть... Они используют катапульту, чтобы залатать плотину. Останови их. Окей. Плотина ждет разгрома. Нет проблем, Глори, я уже иду. Ты пока там давай занимай позицию свою. Сейчас можно ударить по плотине. Хорошо. Ударили. Уязвимо, так бьем, 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 Глория. Опа! Старушенция что-то замышляет. Не нравится мне все это, малыш. Что это там бабуля задумала? Хираки. О. Становится все сложнее и напряжнее, потому что теперь у нас не просто... У нас еще и булька пытается в нас попасть, самое что интересное. Оп. Там есть небольшой таймер, 3, 2, 1, через который она стреляет. 4. 3. 2. 7 из 7? Все? Надеюсь, она как следует скрепила бревна на плоту. Нет, не похоже. Оценим ситуацию. Мы построили самолет, снесли плотину, вернули воду на водопойку и отправили старушенцию вниз по реке. По-моему, денек выдался что надо. Да. И вдобавок к этому я нашел своего отца. А я осознала, что мужчина моей мечты все это время был рядом. О, это ты обо мне? Не знаю, как это насчет мечты, но насморк у меня прошел. Будь счастлив, Мелман! Ты нашел свою любовь! Думаю, это стоит отпраздновать! Повеселимся! Ну что, ребята, я предлагаю вам тоже повеселиться каким-нибудь образом. Мы с вами завершили прохождение Мадагаскар 2 «Побег в Африку». Игрушка, на удивление, достаточно разнообразный геймплей. Единственное, что мне не понравилось, не знаю, с чем это точно было связано, потому что у меня очень часто вылетала игра, то есть мне приходилось заново запускать. Какие-то моменты сейчас буду монтировать, это все объединять какими-то путями. Дополнить хочу то, что у нас еще будет дополнительная небольшая бонусная серия. Там есть мартышки, которые можно будет что-то там посмотреть. Я не знаю точно, что это, но небольшая бонусная серия у нас, как всегда, будет. Ну а на этом я хочу, ребят, сказать спасибо вам всем за то, что вы были все это время вместе со мной. Спасибо за просмотр, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь, если вам интересно. И какие-то еще прохождения пишите в комментариях, какую игру вы хотели бы... какое прохождение какой игры хотели бы видеть еще на канале. И я думаю, может, в скором времени оно появится тоже на канале. Актив...
постараюсь почаще, кстати, записывать ролики на этом канале. Поэтому, ребят, ставьте пальцы вверх, смотрите, и я не знаю, что еще сказать. Ребят, хорошего настроения, добра и позитива вам. Пока-пока, увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.